или развлекательного портала «Помидорка за решеткой». Привет, друзья! Вы вновь на просторах развлекательного канала «Помидорка за решеткой». Меня зовут Бакшти Дмитрий. У нас новое видео в рамках плейлиста «Пробежимся». Kingdom Rush — это Tower Defense стратегия. И отличительной ее особенностью, я считаю, то, что она есть в платном виде, 250 рублей, по-моему, он в Стиме стоит. И в бесплатном виде, флеш-игра Kingdom Rush, я познакомился с ней где-то год-полтора назад, кто-то из подписчиков кинул мне ее, мол, типа, на, посмотри, классная стратежка, ТДшечка. Я провел тогда за ней, что-то я чокать начал, провел за ней тогда довольно много времени. Ну и вот, столько времени спустя она появляется в платном виде, но с возможностью фуллскрина, собственно, да, на PC с нормальным, лаунчером. Играть можно без интернета, есть приблюды в виде ачивок от Steam. В общем, все, что надо, за 250 рублей нормально, можно себе эту тему позволить и играть даже тогда, когда... браузер не позволяет, собственно. Ну и давайте покажем. Так, я удалю. Хотя нет, зачем удалять? Блин, удалил, ну ладно. Новая игра, в общем. Давайте покажу геймплей. Тут особо показывать долго нечего, поэтому готовьтесь к тому, что видео тоже коротенькое будет. Тоже потому, что я в последнее время часто, по-моему, так говорю. В общем, вот она, глобальная карта. По ней вот такими тропами туда-сюда, обратно нужно пройти. Здесь куча... Здесь, кстати, по-моему, еще и вот эта самая глобальная карта увеличена. По-моему, на флеше только вот этот вот зеленый участок имеется. А и нету вот этого всего темного и так далее и тому подобное. Но! В любом случае, давайте стартуем. Go battle! To battle, точнее, да. Угу. Все по принципу нормального ТД. Есть здания, то есть башенки, да, которые мы строим, потом впоследствии улучшаем. Есть волны. Мы можем также, помимо башенок, это которые ближний бой, арчеры, лучники, маги и сплэш дэмэдж, то есть урон по всем. Четыре вида, четыре разновидности башен. Помимо этого, у нас еще два заклинания. Вызов бойцов и этот огненный дождь, что ли, метеоритный, как-то так, наверное. В общем, что происходит? Не знаю, давайте убирать волну. Потом пустим. Сначала построим вот такую штуковину. Я сразу их поближе поставлю здесь вот. Ну и лучники. И все, погнали. В первой карте улучшения не будут доступны, поэтому можно сразу застраивать. И чем раньше мы вызовем новую волну, тем больше нам денег дадут. То есть если мы вызовем ее раньше, то есть мы получаем денежку, это хорошо, естественно. Ну и информация о наших соперниках. Гоблины, мало здоровья, средняя скорость. Противники, естественно, тоже отличаются. Кто-то там невосприимчив к чему-то, кто-то очень быстрый. Сразу же можно вызывать, видите, товарищей этих. Просто, чтобы показать, на это мана не тратится, и деньги тоже, поэтому по откату нужно спамить этим делом. Маны вообще нету здесь. Собственно, как метеоритный дождь, так и этих бойцов. Когда вызываем вторую волну, первая не исчезает. Хотя нет, исчезает. Новые ребята, орки, легкую броню они имеют и медленную скорость. Довольно-таки. Резист дэмэдж. Понятно. Вот у этих товарищей резист от урона лучников не имеется, поэтому их бомбить только вот этими желательно. Делаю вот так.
Здесь я просто страдаю херней на самом деле. Принцип понятен, просто показываю, как это проходить. Только что поиграл перед записью во флеш-версию. Могу сказать, что так гораздо удобнее на фуллскрине. Потому как на флешке это все было очень мелким, жутким. Мышка все время улетала куда-нибудь за пределы браузерного окна с игрой. Так что 250 рублей за возможность поиграть в нормальное приложение — это нормально. Итак, мы получаем победу, 3 звездочки, все хорошо, континуем. Я там уже внизу просто так строил, отделать нечего. Деньги нам здесь понадобятся для... Точнее, звездочки нам понадобятся для апгрейдов. И это мы будем использовать, естественно. А то ведь он так... когда продаем такие башни, типа 90% возвращается. Но херня в том, что она, по сути, не нужна мне. По факту. Но это нужно изучить, чтобы, допустим, до этого дойти. Или там до чего-нибудь дальше. So with more health. Вот это вот надо, конечно. И вот это. Вот это реально понадобится. Увеличиваю это атаку артиллерии. Так, это мы не сможем сразу улучшить. Рейндж атаки магов увеличивается. Что мне надо? Я вот забыл, подзапамятовал. Что мне надо? Так, тоже не надо. Ну давай. Дан. Что, не прошли? Следующая карта. Ну, понимаете, да, вот такими вот флажками по карте будем идти. Сейчас, наверное, покажу, как идет улучшение здесь. Вот, как раз таки, да, уровень второй башни. Can now upgrade your towers up to level 2. Вы сейчас можете апгрейдить вашу башню до второго уровня. Так, что надо? Надо вот такие бойцы. Спускаем. Надо вот такая вот херня. И нужна вот такая вот херня. Тип брони. Ага, ну здесь нам подсказали, как надо было на самом деле все делать, но... Я немножко попутал все это дело. То есть я рейнджом херачит. Можно даже вот так сделать. Почему нет? Ну и улучшение теперь. Каждый боец, который вот здесь вот идет, тут минус в том, что он... Так, давайте, мне нужно сюда вот поставить бойцов. Минус в том, что он нацелен лишь... лишь на одного нашего солдата. Понимаете, да? То есть вот идет 5 солдатов противников. Надо было нажать, чтобы денежку получить. Идет 5 солдатов противников. А у нас здесь вот трое стоят. 3 солдата становятся рядом с нашими бойцами, а остальные мимо пройдут. Вот такая вот канитель. Почему нет? Пусть откатывается дальше. Я лучше деньжат получу лишних. Хочу улучшить вот этих ребят, больше брони им дать. О, вот эти ребята очень быстро. Надо их задержать. Давай. Все правильно. Выпускай. Даже не знаю теперь, кого улучшать. Хотя, ничего не знаю, серьезно. Вот этих ребят и улучшим. Пусть они больше... дольше стоят. Здесь вот надо создавать массовку, чтобы сплэш дэмэдж шел хорошо. Единственное, магов я пока что не показал, но
Я их обычно на этих картах не ставлю сразу. А что еще можно сказать? Тут помимо таких вот волн, естественно, будут и боссы, они вам еще доставят неудобств, те еще. По-моему, не туда, куда нужно, отправил. Ай-яй-яй, я не могу нажимать. Они справятся с одним. Давай, серьезно, друг. Хочу сплэшдэм еще улучшить. О, быстрики идут. Давай. Успеваем вроде как. Или нет? Эй. Не успеваем. Еще как не успеваем. Доложал, я говорю, здесь постройкой, да. Но я дальше прошел, когда играл для себя. И здесь уже просто, видите, балды строю на старте. Такое чувство самоуверенности имеется. От того и такой херней страдаю. В общем, в любом случае, это не очень приважно. Бэм! Бомбилова понеслась. Естественно, нужны именно второго уровня башенки, чтобы хоть как-то рулить. Но никого не пропустил, хоть и довольно криво все сделал. И то хорошо. В любом случае, у вас, допустим, будет возможность у самих поиграть. Можно вот так вот сделать и послать их на помощь сюда. А потом обратно вернуть. Почему нет? Карта пройдена. Да, наверное, не на 3 звезды. Хотя нет, даже, смотрите, даже с кривой расстановкой все равно 3 звезды. Континуум, почему нет? 3 звезды, значит, новые апгрейды. Новые апгрейды, это очень хорошо. Ага, увеличивает скорость тренировки солдат. Они быстрее появляются, когда умирают. 2 звезды надо. Так, это что? Range. Physical armor. О, вот эта штука нужна, блин. 3 звезды. 1, 2, ну, 4, да. Не получится. Тогда. Range артиллерии. Я не знаю. Ладно, давай это улучшим. И подождем еще звезды. Следующая карта. Скоро уже босс, но мы, наверное, до босса не дойдем. Здесь пойдут вообще несколько волн. И здесь мы с вами будем развлекаться. То есть вот отсюда сюда вот посылать этих ребят периодически. Фодакин! Ой, погнали. Посмотрим, куда и что надо. Так, давайте-ка вы вот сюда встанете. Стоять. Нужен апгрейд. Ребята, работаем. Больше дамага. Можно посылать. Давайте, больше денег. Надо не забывать спамить. Я, кстати, нажимаю. Можно и не нажимать на эти иконки. Можно нажимать, собственно, на единичку, двоечку. И все будет хорошо.
Run! Копим деньги, нужны на вторую линию, на эту. Вот, видите, можно послать уже с этой стороны. Он лучше с этой пока что. Ай-яй-яй, не получится с этой. И стой сюда. Какую херню страдал. Стоять, птички. Птички, псинки. For the king, over king. Музыку, блин, вспомнил. Да, испорчен мой глаз. Давно, по всей видимости. Нужен сплэш. Иди-ка сюда. Нужен сплэш. Или не нужен сплэш, даже не знаю. Давай-ка, так. Они откатятся, я думаю. Они просто, видите, редко идут, редкой толпой, и получается так, что сплэш не особо-то и нужен. А когда нужно по толпе вмазать, можно единичкой гасануть. Все будет хорошо. Я думаю, пробегаю. Давай больше. Это тебе добивать было, значит. Можно еще и бомбануть. Ну, то есть я, скорее всего, проиграю, если еще вызову. Ну, да ладно. Хотя не факт. Есть же метеорит, говорю же. Да и вот эти солдатики быстро довольно откатываются. Толпу создать и гасануть по ним. А толпа не собирается. Что ты будешь делать? Мощно бьют, блин. Но он довольно медленно. А, не успел. А эти ребята подхиливаются. Пришлось. Я был вынужден, так сказать. Был вынужден и ничего с этим поделать не могу. Давай, быстрее восстанавливайся. Вот эти ребята должны резнуться. Остановите их. Задержите. Главное вот этого задержать, потому что это вообще ад какой-то. Вот этот на земле. А, не попал на этого. Все-таки он здесь понадобится. Денег не получил мы, не получили мы за это. Вот, видите, он довольно мощно бьет, но очень медленно. Хотя, конечно, в плане убийства вот таких вот большой дамаг очень-очень-очень полезный фактор для победы. Я уже начинаю как-то по тактике рассказывать, но здесь в моей игре, вы понимаете сами, что никакой тактики не будет, это ж я. Это раз. Два, тут очень интересно будет самим порубиться. Ну-ка, стопы, лечится мне, блин, совсем умыглили, что ли. И вы стойте.
Уже почти все, апгрейдил. И это не есть плохо. Не, нормально, я не пропустил, хотя мог. Хайт, Magic Resistance. А, говорю, хорошо, против шаманов пойдет, которые лечатся. А у них, видите, высокий резист против магии. Они могут лечить. И лечат, кстати, себя и окружающих. Ну и они немедленные при этом. А, вот они, огры. Поцы. Прям сразу, прям со старта. Она успеет откатиться. Угу. Эти ребята, они просто время нам экономят. Этих нужно остановить, пока мы рубим вот этого дядьку. У него очень много здоровья, очень медленная скорость. Надо было полечь, чем долбануть. Могу и поиграть. Да нет, не могу. Вообще никак. Потому что что? Потому что сейчас игла. Отлично, нет, все-таки могу. Еще как могу. Потому что вот здесь вот он может и пройти. Здесь магического ничего нет. Надо ставить, а здесь он улучшенный вообще. Сюда вот, наверное, магическую херовину надо поставить, чтобы она била по вот этой штуке. А, и вот эта херовина в откате. Огненный дождь. Может, получится как-то вместе собрать. А может, и не получится. Никого, вы на этого идите. Да-да-да. Лечит. Я вынужден. Давай, 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 ребят. Ну нельзя пропускать прям на... Прям на финале. А, ну все. Пришлось в итоге застроить, правда? Звездочки, видимо, дают за то, что я, типа, никого не пропускаю. Да, я аж увлекся. Хотел чутка показать, но в итоге увлекся. Боссы здесь очень забавные, но чтобы их посмотреть, вам придется все-таки купить игру или пойти в Google написать Kingdom Rush Flash и поиграть бесплатно. В любом случае, можете попробовать и на халяву порубиться законным путем, и... а потом еще и приобрести, что тоже немаловажно. Здорово. Так что добро пожаловать в мир Kingdom Rush. Любители ТТ должны оценить. Я на первых уровнях фейлил сейчас для вас специально. И меня зовут Бакштейн Дмитрий. Запомните, это фейльщик. Это великий фейльщик. Удачи, ребят, пока.